Добрый день, Виталий, компания Boston Technic. Вашему вниманию предлагаю рабочую лошадку DT-75. 99 года, полностью рабочий. Вложений на данный момент не требует. Ну, по фотоотчету я попытался максимально показать, что с этим трактором происходит. Рабочая лошадка. Двигатель вложений не требует, но есть небольшой масложор. Что такое небольшой? Это значит максимум 2 литра за день работы масла. Он есть. Вот, вот в таком состоянии техника. Пожалуйста, готова идти в бой.